Всем привет, ребят. Ну что, вот я добрался домой и первым же делом решил заснять вам коллекционера героев. Не знаю, какой там шанс. Немножко занят, знаете чем? Скоро будет все good, будет куча стримов, куча всего, куча игр. Сейчас у нас немножко другие планы. Так, вот такой вот у нас сегодня коллекционер. Честно скажу, за 15 слизней, в принципе, неплохо. Выживание довольно-таки недешевый вариант у нас. Плюс воодушевление, плюс 20 осколков, хотя можно было бы и больше сделать. Малышник тоже неплохо, можно получить эмблемку, порочный пакт. Ну, остальное, честно говоря, не очень. Коля сегодня не ахти. Так, что у нас еще интересное есть? В принципе, ничего такого интересного больше нет. Ну что, поехали. У меня перелимит значков почета, как обычно. Тут тоже сейчас не заберу. Так. Поехали. Забрали. Так, ну что, поехали. Малышники, 15 слизней. У меня сейчас 838 тысяч самов. Паладин. Посмотрим, что. Ну, это не топовый Коля, но ради порочного пакта, как бы, есть смысл, возможно. Но опять же. Так, ворожей. Повелитель бури. Ну, все как обычно. У меня на аккаунте все по-читерному происходит. Но слизни, смотрю, не очень падают. Заклинательница. Так, химка, триант. Давно я не ролил. Укротитель. Тыква, паладин. Ну чё, рандомчик, давай что-то уже. Что-то не особо он хочет давать нам сегодня. Добавлю немножко музычки. Так, окей. Вот смотрите, уже 20к. Ну, такое себе. Ну, половину где-то собрали. Ну, просто фрея, ребят. Я, конечно, тут не буду удивляться, орать. Для меня это обычный герой. Такс. Палач. Седна, друид. О, пошло. Малышник. Вот так вот. Изи просто. Так, дракоса ниндзю. Я не знаю, соберем, не соберем. Ребят, 30к, и я только собрал половину. Это просто жесть. Асура. Неплохо. Ну вот началось. Начали все-таки они давать. Так, ну что, давайте. Снова. Еще фея. Капитан Дрейк. Ну, вроде как бы где-то приблизительно мы уже должны. Да. Что мы имеем? 38, еще считайте. Ну, где-то в районе 41-42 тысяч. В принципе, я уже собрал основные призы. То есть мы сейчас заберем выживание, заберем порочный пакт. Ну вот как-то так. И 20 осколков огника мне, по-моему, там немножко не хватало. Так, что у нас тут есть? Трать с выгодой есть. Ну, неплохо. Что тут у нас дают? 10 смен. А, вот ровное количество 41 400. В принципе, ради сумочек давайте еще 9к допилим. Посмотрим на шанс. Еще один рыцарь. Бигфут. Ну, неплохо. Неплохо.
Суккуб одержимый. Просто второй малышник, ребят. Ну, как видите, мне малыши падают. Не знаю, как будет дальше в роллингах. Посмотрим. Так, ну что там? А что я сюда захожу? Ну, не сюда. Так, есть даже больше. Собрать. Ну, вот так вот забрали, в принципе, все призы с Коли, что были. Еще 5к кулаков. Поехали, пооткрываем эти все плюшки. Ну, в принципе, в районе 40к можно собрать. Конечно, кому как повезет. Но все равно, я считаю, это немножко дороговато. Но учитывая, если вам нужны герои, то тогда да. Так, смотрим, что тут у нас интересного есть. Ну, у меня 15 порочных пактов. Некуда их девать. Так, поехали. Надо вот это дело. Нужен пиромах. И ни один пятый. Я все никак не словлю. Мастер клинка четвертый. Конечно, тут в основном четверки падают. Видите, четвертый пиромах. Ну, четвертый мне не нужен. Пятый мастер клинка. Ну, это можно поставить. Сейчас я посмотрю, кто там у меня на архидемона. Так, Огника пока не трогаем. Рейка поменяем пока так. Я, в принципе, не делаю, в основном сейчас не бегаю по локациям, поэтому заморачиваться особо не буду. Так, окей, поехали дальше. Только место занимают. Так, что у нас еще тут было? Сумочка с эмблемой гнев. Ну, такое себе. Так, один. Ну, что-то не особо падает. Три, четыре. И все. Да уж. Что я могу вам сказать? Вот так вот, ребят. Вот такие вот пироги. В принципе, особо ничего я не достал. Такс. Надо будет паковать. Это тоже открыть надо. Ну, в принципе, Фрейя, Бигфут, Повелитель Булей, Ворожей за 40к, я считаю, это, конечно, неплохо. Но, опять же, у меня эти все герои есть, поэтому я не особо над ними заморачиваюсь. Так, ну, вроде все с этого. Все пооткрывали. Там еще, по-моему, у нас сундучки есть. Если не ошибаюсь, на трату или на покупку. Сейчас посмотрим. Еженедельный розыгрыш уже, честно говоря, запарились спрашивать. Все будет, ребят. Вот, это, кстати, офигенная акция. Когда-то ее выделили. Вот эти вот сундучки. Я помню, я когда-то играл, вообще офигенные. Пять шансов. Я не помню, какие тут награды идут.
Бугеман, Вальтор, Седна, Фрэнки, Одержимый. Вот эти, кстати, сундуки, я когда-то их открывал, показывал, очень офигенные. Вот. Поэтому, у кого есть возможность, можете попробовать. Я имею в виду донатным игрокам. Можете попробовать. Я сейчас, честно говоря, даже нечего покупать. Да и особо я на русский сервер немножко подзабил, потому что тут ничего интересного нет. Весь трешачок проходит у нас на английском и на китайке. Все, пишите комменты, подписывайтесь, ждите новых видосов. Всем удачи, всем пока.